Друзья, всем большой привет! С вами Настя, и вы на канале Toscano Bags. Тема сегодняшнего ролика у нас одновременно и радостная, и грустная. Грустная, потому что некоторые модели покидают наш ассортимент, а радостная, потому что на них объявлена скидка 20%. Это отличная возможность приобрести себе сумочку по сниженной цене, особенно если вы давно хотели себе такую в коллекцию. Давайте начинать, буду показывать модели и, конечно же, расскажу, какая у них стоимость со скидкой. И первая модель – вот такая классическая сумочка кроссбоди среднего размера. Она выполнена из зернистой кожи и закрывается на клапан. Здесь фурнитура серебряного цвета, а внутри у нее три отделения. Посерединке отделение на молнии и по бокам два просто открытых. Также есть еще один кармашек, он спрятан под клапаном. Выглядит вот так. Сзади кармашков нет. В комплекте у этой сумки один ремешок, он регулируется, поэтому ее можно носить и на плече, и кроссбоди. Как я уже сказала, это классика, и средний размер позволяет этой сумке быть идеальной и на лето, и на весну, и даже на зиму. Стоимость этой модели со скидкой 5960 рублей. В ассортименте есть и другие цвета. Следующая модель чем-то похожа на предыдущую, но более миниатюрная. Она также выполнена из зернистой кожи, здесь похожий клапан. Открываем сумку, и внутри у нее также три отделения, два открытых, и центральная закрывается на молнию. Выглядит вот так. Сзади также нет кармашков. И главное отличие этой модели – в комплекте у нее широкий текстильный ремень. Ремешок также регулируется, поэтому носим сумку кроссбоди или просто на плече. Стоимость со скидкой 5248 рублей. В ассортименте также разные цвета. Далее у нас модель из гладкой кожи с интересной акцентной ручкой-цепочкой. Эта сумка также закрывается на клапан. Открываем, здесь единое отделение. На задней стенке есть кармашек на молнии. И на передний кармашек открытого типа. Ручка-цепочка позволяет носить сумку в руке и также на сгибе локтя. Ну а если хочется надеть ее на плечо или кроссбоди, то можно воспользоваться сменным ремешком. Он не регулируется, но у него средняя длина. Сумка как раз оказывается на тазобедренной косточке. Здесь цепочка уже служит украшением, и стоимость этой модели со скидкой 6384 рубля. Любители Кэрри Брэдшоу и сумочек багет, скорее бегите в Toscano Bags, потому что эта сумочка багет с цепочкой также покидает наш ассортимент. Эта модель из зернистой кожи, и закрывается она на молнию. Внутри у нее единое отделение, черная тканевая подкладка, и на задней стенке есть кармашек на молнии. Цепочка в данном случае может служить вот такой вот коротенькой ручкой, но в комплекте также есть и дополнительные ремешки. Один из них покороче, сумку носим как классический багет, под мышкой. И второй ремешок подлиннее, он регулируется, идеально для варианта кроссбоди. Со скидкой багет стоит 4760 рублей, в ассортименте огромное количество цветов. Пройдемся по классическим формам, следующая сумка – это сумка-седло. Она выполнена из гладкой кожи, у меня в руке цвет фуксия, но есть еще очень красивый голубой. Открываем клапан. Дополнительно внутри есть молния, у сумки единое отделение, и на задней стенке есть кармашек на молнии. Носим эту модель в формате кроссбоди, в комплекте вот такой широкий ремешок. Кстати, он не регулируется, но длина у него оптимальная. Со скидкой эта модель стоит 5480 рублей. Еще одна модель из гладкой кожи, на этот раз более строгая и с фурнитурой в цвете темное серебро. Это замочек, сумка закрывается на клапан. Внутри нет молнии, три отделения, и одно из них закрывается на молнию. Также на задней стенке есть небольшой кармашек открытого типа. В комплекте у сумки тонкий длинный ремешок, позволяет носить сумку кроссбоди или на плече. Он, кстати, регулируется. Стоимость этой модели 5240 рублей, в наличии также есть и другие цвета. И еще одна сумочка формы багет, на этот раз структурная. Вот такая сумка из зернистой кожи с интересным клапаном. Открываем, здесь магнитный замочек. Внутри у этой сумочки единое отделение, есть кармашек открытого типа. И сзади еще один открытый кармашек для мелочей. У модели в комплекте два ремешка. Один из них покороче, чтобы носить сумочку именно в формате багета, вот так вот под мышкой. А второй подлиннее, для того, чтобы носить сумочку кроссбоди. Этот ремешок, кстати, регулируется. По акции стоимость этой сумки получается 5168 рублей. Кстати, помимо красного есть и другие цвета. Ну что ж, на этом у меня все. Я напоминаю, что все сумки из этого ролика вы сможете найти в шоуруме Toscano Bags. Он находится в Санкт-Петербурге на станции метро Гражданский проспект и работает по предварительной записи. Также они есть на сайте, доступны для заказа. Кстати, заказы мы доставляем различными курьерскими службами. На этом я прощаюсь с вами до следующих роликов. Пока-пока!